Вчера, 25 августа, для наведения порядка и чистоты в кашхабльском поселении прошла традиционная акция «Чистый четверг», в которой принимали участие работники администрации района и поселения, трудовые коллективы и организации. Участники мероприятия провели санитарную уборку на закрепленных территориях, вели борьбу с сорной растительностью, собрали весь мусор, занимались побелкой бордюров и деревьев. «Чистый четверг» прошел очень воодушевленно и активно. Все были полны задора и желания привести в порядок территорию своего родного аула, и мы должны поддерживать чистоту и порядок в нем.